Блять, ты такие группы набрал, пиздец. 8 гандонных групп. Я, правда, с бабой живу. Вот, и у нас одна кровать, ну как-нибудь разместимся, не ссыте, погнали. Скажи какую-нибудь мерзость. Если ты делаешь на отъебись, ну это же заметно с высоты моих лет. Вот монеточка что-то не очень пока что. Заноза в заднице, не поймешь ее. Меня она точно ну, не торкает вообще никак. Да, ну что, привет, лето, здорово. Заплыв, панк-рок, все круто, солнышко светит. Обычно, да, как обычно. Вы вчера играли в Истре, да? Да, да. Что было? Это был день города? День города Истра. Впервые нас пригласили за 19 лет выступить на главной площадке города. Ну, кажется, это должен быть, как, знаете, ключ от города уже должны вручать. Типа того, да. Но на самом деле, я думаю, что это только начало. Все поняли, что смех всегда палочка-выручалочка, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Да, может, скажешь пару слов? У вас альбом, турчик, когда там, в сентябре? Ну да, у нас в сентябре вторая половина тура в поддержку альбома «Казнить нельзя помиловать». Поедем, покатаемся по тем городам, где мы были с Good Times, да. Если я точно помню, хотя я там не совсем все помню. А потом будем работать над другим новым материалом, о котором я ничего не скажу тебе. Отлично. Ну и у нас вот есть рубрика «8 рандомных групп», и она как раз родилась с тобой. Сам первый выпуск был с тобой. Она еще была такая необстрелянная, мы не сразу поняли, как ее правильно оформлять, поэтому я решил ее переделать, чтобы уже нормально сделать. 8 гандонных групп? Да. Вот, и, соответственно, я посмотрел сегодня, кто были в прошлый раз, чтобы не повторяться. Первая группа, сегодня вы с ними играете, «Тени свободы». Сердце бывают вещи посерьезнее для обид. Как замысел врагов, что растащит твой дом, пока ты тут бессмысленно хлопаешь ртом. Все жалость на то, как же мало тебе тут места, как же тебе тут тесно. Сегодня день рождения у Вани. Да? Скажи, скажи какую-нибудь мерзость. У какого? На самом деле, ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу поздравить, Вань, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу, чтобы у тебя было все заебись, чтобы ты перестал все-таки работать и получать большие деньги, а стал зарабатывать концертами такие же большие деньги. О группе «Тени свободы» хочу сказать только положительно. Это моя самая любимая группа. Они мои друзья, они об этом знают. Просто огромный респект, то, что они есть, и то, что они играют именно то, что они играют. Никто, как «Тени свободы», не умеет в этой стране делать. Ну и смех. Отлично. Мы не так давно с Баем тоже проводили эту рубрику из группы «Дистемпер». Группа «Дистемпер». На вокзалы ходил через рамки, но ни разу еще не попался. Жизнь безумная, бил без охранки, безответной любви не боялся. Ну, группа «Дистемпер» тоже наши кореша, тоже передаю им привет. Пиздатые ребята, взрослые очень, дико правильные. Я очень котирую Бая с его вообще жизнеутверждающей позицией. Он на самом деле многое мне показал в жизни, мы с ним очень давно знакомы. И первый его поступок в отношении меня и грузина был таким, что я его запомнил на всю жизнь и горжусь тем, что Бай себя так повел. Не будешь говорить, что это было? Мы были маленькими, еще учились в школе, по-моему. И нам негде было ночевать. Мы тусовались в Давыдково, где были группы «Четыре таракана», «Наив», там, «Дистемпер» и так далее. И когда нам негде было ночевать, единственный, кто предложил нам ночлежку, это Бай. Он сказал, я, правда, с бабой живу. Вот, и у нас одна кровать, ну как-нибудь разместимся, не ссыте, погнали. Все, после этого я в Бае вообще не сомневаюсь. Отлично. Ну вот ты упомянул «Наив». Ты же еще сейчас параллельно выступаешь как «Метель» отдельно. Да. И я видел, что есть фиток с Чачей. Да. Поэтому «Наив». Что-нибудь про «Наив». Вперед ведет нас смелый вождь. Самый, а рядом едет. Ну-ка глянь, кто там? Золдостанов. Ну, про «Наив» хочу сказать, что последнее, что самое прикольное, что группа «Наив» изобрела рок-караоке, когда чаще наебенивается на фестивалях, это бывает частенько, и, кстати, наебенивается он и со мной тоже, вот, он выходит на сцену вообще не в минько, но это очень-то ржачно, я надеюсь, что это надо просто дозировать в нормальных дозах, вот, но тоже нормальные ребята, Снейк, правда, со мной не здоровается до сих пор. Понимаем, как вы песню сделали? Ну, мы все понимаем, почему, да. Слушай, а сколько лет уже прошло с того момента? Я не знаю, я не считаю обычно года. Тот, кто считает года, быстрее стареет. Ну а так группа норм, всех люблю, уважаю, со всеми в очень хороших отношениях. Последний альбом, кстати, котирую, там есть очень ржачные песни. Ну, Степ по-взрослому, Чача молодец. А то, что с «Метель», ну да, это было прикольно. Он с самого начала
согласился спеть именно ту песню, которую я и хотел ему предложить. Вот, наши вкусы совпали. Как тебе песня про академика и лауреата? Ну, сначала не зашла, но потом зашла. Потом она, когда она же еще разошлась на мемы, ну просто, эй, глянь, кто там. Ну, просто супер, мне нравится. Да, у вас Кирилл играет в группе 4 апреля. В прошлый раз я вас не спрашивал про эту группу, поэтому что-нибудь про 4. В прошлый раз спрашивал про группу «Игрушки», потому что он там играл, а теперь спрашиваю про 4 апреля. Оставляя божьи пути, мы мечтаем, да чего мы с тобой хотим, давай узнаем, как далеко. Ну, 4 апреля тоже крутая команда, мне очень нравится, что они делают, как они это делают. Мне очень нравится лирика Серегина. Ну, они вообще профессионалы своего дела. Тоже хочу сказать, что такой группы второй, наверное, нет. Поэтому я их котирую. Прикольно. Я думал, что ты, возможно, скажешь, что типа, ну, как бы это для девочек, сопли, типа, да, а ты, ну... Слушай, ну, для девочек, ну, они же, понимаешь, что бы ты ни делал для девочек, либо для мальчиков, это надо делать от души и круто. Если ты делаешь на отъебись, то, ну, это же заметно с высоты моих лет. Как бы поэтому все видно, все хорошо. Классно. Да, я согласен, крутая группа. Следующая команда «На песке». Мне кажется, частый гость или не частый, но, по крайней мере, точно играли. Я видел у тебя фотки, даже парочку фоток с Витом, группа «Луна». Время выбирать, остаться или бросить все. Ну, тоже классная группа. Вит и Луся тоже отличные ребята, любят прибухнуть, очень веселые. Мы познакомились не так давно, тоже на фестивалях. Что-то как-то закотировали друг друга, и все норм. Они приглашают на концерты, мы приглашаем на концерты. Вот недавно снимали их в нашем новом клипе, о котором я тоже тебе ничего не скажу. Все у них здорово, я очень рад, что знакомы и в хороших отношениях с этой группой. Привет им тоже. Да, следующая группа. Недавно выпустили клипчик, такой, мне кажется, неплохо разошелся по интернету, про царя. Группа «Ёрш». Боже царя, хорони, землю духом, небо прахом. Боже царя, хорони, сложи головы на плаху. Боже царя, хорони. Блять, ты такие группы набрал, пиздец. Ну, они тоже ведь на песке, да, по-моему, были? Да, нет, тоже нормальные ребята, хоть не так давно мы их знаем. Раньше просто не переваривали. Все, наверное, знают почему, потому что какой-то подход у них вот к панк-року совсем такой самобытный. Мы-то все калифорнийские панки, поэтому вот. Но познакомились тоже с ребятами, все хорошо у нас с дружбой. Они молодцы, они делают свое дело и тоже делают это качественно, судя по тому, что к ним ходит очень много народу на концерты. Это показатель. Увидел тебя то ли в аудиозаписях, то ли в видеозаписях Noize MC. В камуфляжные пятна опять на экранах служатся пиксели. Очереди автоматные многократно, звукорежиссер приглушит в миксе. Снова голос за кадровый, невероятную правду нам о врагах наших расскажут. Слова свои складные, тоном прохладным читая. Ой, слушай, Noize MC вообще очень люблю, и с очень давних пор. Мы даже знакомы, недавно на фестивале «Улетай» тоже виделись, респектовали друг другу за творчество. Я посмотрел, как они играют, ну, уровень, реально уровень. Мне очень нравится «Царь горы» альбом, ну, дико крутые ребята. Как тебе фит с «Монеточкой» про «Людей с автоматами»? Вот «Монеточку» что-то не очень пока что, я не могу к ней привыкнуть. Какая-то она, знаешь, как вот заноза в заднице, не поймешь ее. Меня она точно, ну, не торкает вообще никак. То, что Noize выбирает себе постоянно на фит разных людей, ну, это здорово. Кому-то, видишь, везет, кто-то пробивается и так далее. Ну, он правильно делает, молодец. Да, ну и последний у нас сегодня исполнитель, тоже гость «Песка». И мы как-то с ней общались, как раз-таки ей в этой рубрике задавали смех. Нуки. О, Даша вообще крутая тёлка. Тоже рад, что мы познакомились. Вообще, за эти 2 года совершилось очень много знакомств и таких, ну, нормальных. Люди, которые играют
для полных клубов, ну, больших клубов столицы, почему-то стали так, ну, друзьями со мной. Я это очень дико котирую и уважаю. Даша, огромный тебе привет, респект и привет. Что хочу сказать, ну, она тащит и слот, и тащит нуки, и с нуки у нее все хорошо получается. Что больше нравится, нуки или слот? Мне больше слот нравится, хотя нуки там больше... Больше нуки-внуки, как бы. Поэтому, наверное, и то, и другое в равных долях. Ну все, круто, не будем тебя больше отвлекать. Спасибо. Спасибо. Ждем Спасибо. Выступления. Всем рок. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. No pressure!